игрушечный грузовик, электронное телевидение, калькулятор, батут и многое другое. Как оказывается, все это изобрели дети. Филипповой Анастасии 16 лет. Учится она в средней школе номер 23 города Бреста. Девочка с детства увлекается научными изобретениями, поэтому и обучается в Национальном детском технопарке. Недавно она создала систему управления освещением, а теперь работает над инновационным дизайном автобуса. Я выбрала данную форму для автобуса, так как она является оптимальной для нашего автотранспорта. Также тут присутствуют определенные детали, например, вот такие вот дополнительные рейки для защиты при авариях. Форма автобуса спереди является такой, так как данная часть автобуса будет отогреваться для того, чтобы растапливать снег по пути. Мой автобус будет электробусом, поэтому сверху мы можем увидеть различные провода, а также сетки, которые будут помогать для зарядки. А вот для Александра Мельяненко это уже третья смена в Национальном детском технопарке. Вместе со своим другом Алексеем Жилевичем парни разработали передвижную мини-теплоэлектроцентраль с двигателем Стирлинга для чрезвычайных ситуаций. Я задался вопросом тем, что когда обрывают, например, линии электропередач или прорывают трубопроводы отопления, люди остаются без электричества или без отопления и горячей воды, что, например, в больницах и вот таких учреждениях опасно для жизни. Я задумался, что двигатель Стирлинга, он работает на любом топливе, твердом, газовом, жидком. И если его использовать по данному назначению, он может спасать очень много жизней. Вся станция состоит из 5 таких тягачей. Это сама мини-ТЭЦ, 2 тягача, на которых будет топливо, 1 с жилым модулем для работников, ну и ремонт, на котором будут запасные запчасти в случае поломки. Сортировать детали стало гораздо проще, благодаря проекту Ильи Войтиховского. Это автоматический комплекс по сортировке деталей. Он создан на базе систем мехатроники. Этот проект сортирует детали, в данном случае, по цветам. Такой комплекс может применяться на многих производствах. К примеру, у нас есть игрушки. Если у нас какая-то черная игрушка, к примеру, может она обожглась или что-то, на ней брак, она отправляется в один лоток. Если у нас игрушки нормальные, они проверяются по цвету, и тогда они раскладываются уже по коробкам. На сегодняшний день в Национальном детском технопарке преподаются учебные программы по 15 направлениям. Это наноиндустрия, нанотехнологии, электроника и связь, робототехника, энергетика будущего, архитектура и связь, виртуальная и дополненная реальность, лазерные технологии. Мы находимся с вами в лаборатории авиакосмические технологии. Здесь мы работаем с учащимися, изучаем основы аэродинамики, историю авиации и космонавтики. Изучаем, как устроены и как летают и работают современные беспилотные летательные аппараты. Чтобы попасть на обучение в Национальный детский технопарк, вам необходимо пройти 3 этапа. Первый – дистанционный, когда подается заявка вместе с проектом. Второй – тестирование. И финальный – собеседование, где определяется профиль занятий учащегося. Ну а мы желаем юным гениям побольше новых изобретений.